Здравствуйте, друзья! Приглашаю прогуляться по моему саду, посмотреть, как что у меня цветет и радует. Ну, прогуляться, конечно, это громко сказано, потому что до конца все не оформлено, подпорных стенок еще у меня нет, заборы не сделаны. Чтобы не попадало в кадр на задний план все мое некрасивое, поэтому буду снимать как-то выборочно какие-то участки. Я сейчас у гортензии Limelight. Вот такая у меня красоточка. Шапки огромные. Нарос. Здесь рядышком роза пьяна. Ну, не совсем рядом. Я, конечно, рискую то, что у меня гортензии неподалеку от роз. Ну, пока я не наблюдаю, чтобы кто-то что-то страдал. У меня в нескольких местах так посажены гортензии и неподалеку розы. Но вот пьяна в этом году у меня совсем не радует. Первое цветение. То есть я не обрываю пока вот эти шиповнички. Перед укрытием я срежу. Это уже вот вторая волна. Вот как с прошлого года в той же паре. Новых побегов базальных нет. Как-то сидит. Здесь рядышком у меня молоденький штампик. Ну, тоже. Вот заходит, скорее всего, на второе цветение. Успеет отцвести или нет, неизвестно. Ну, вот так вот он уже отцвел. Это молоденький штамп. Я недовольна, потому что это штампы совсем пришло не то, что ожидалось. Может быть, в отдельном видео я расскажу все свои недовольства по этим штампам. Ну, такими молодыми своими штампами я недовольна. Ну, стараются, цветут. LD Bright White. Вот совсем маленькая. Второй год. И не хочет она у меня расти. Почему-то не нарастает. Что-то вот цепляет на себя. Какие-то болячки. Она отцвела. Только вот первое цветение не было. Сейчас розы у нас зашли на второе цветение. Ну, здесь она как-то и не собирается цвести. Что-то нет. Вот бутончик маленький закладывает. Ну, вряд ли это уже она успеет перед зимой до осени, до снега-то вообще зацвести. И вот я у девочек обзоры видела. Говорят, что держит цветок она очень долго. Вот за своей розой я такого не наблюдала. Она очень быстро опадает. Как-то что-то на меня не радует. Саженец оригинальный Дэвида Остина. Ну, что-то с ней не то. На следующий год я все-таки решила закупить себе профессиональные удобрения и возможно изменится положение. Но с простыми средствами что-то не так. Кормила,
как обычно, как все розы, но вот она у меня вот такая вот малявка. Облетает. В общем, в этом году я ей недовольна. Здесь рядышком, вот, ну, да, вторая волна у нас. Ой, цветет эльф-красавец. Так, еще больше он у меня вырос. Вот. То есть первое цветение, он был, ну, я не знаю, сантиметров 80 метр. Сейчас уже, наверное, 1,30 м. Такой красавец. Еще бутоны закладывает. Ой, обожаю эту розу, обожаю. Так, у нее отпала веточка. Вот отсюда был ветер и сломалась. Это у меня пихта корейская. Долго она у меня сидела в одной паре, но сейчас начала расти. Сейчас, конечно, она все равно маленькая малышка, но потихоньку растет. Это гортензия ванила фрайс. Ну, что-то ей тоже здесь не очень нравится, потому что какие-то ветки, в принципе, шапки большие. Вот средние ветки вот в середине выпустила, вот они какие-то мелкие. Пока еще розовеет частично. У нас немного все это происходит чуть-чуть позже. Так, начинают зацветать вереске. Кстати, Чандерс Бьюти прошла. Так, ну что, вот роза прошлогодней посадки. На второе цветение заходит. Ну, где-то 95 сантиметров она у меня. И рядышком с ней этого года посадки. Совсем маленькая. Тоже уже отцвела. Первое цветение было, это второе. Моя красавица, елочка, обожаю ее. Так, вот еще у меня вереск один тоже цветает. Так, роуз Хьютон. Ну, это этот вереск я в прошлом году посадила. Скоро уже зацветут. Это мои очистки. Я делала обзор весной. Саженцы из Каролайна пришли мне.
Так, вот здесь у меня барбарис. Вот я не знаю, то ли это надо, все забываю, почитать про этот сорт. Ну, под камнем была бирка грязная. То ли он такой маленький и есть, то ли он у меня просто не хочет здесь расти. Но он каждый год, ему, наверное, уже года 4 или 5. И вот он всегда вот в такой паре и держится. Ни больше, ни меньше. Ну, красный. Такой яркий, яркое пятнышко. Красавчик. И еще читки. Вот понравились мне. Красивенькие. Здесь у меня клематис упал на можжевельник. Опору поставила хиленькую, он свалился и уже его оплел. В этом году не стала я уже его снимать. Думаю, ну на следующий год поставлю ему хорошую опору. Вот так вот он в можжевельнике у меня болтается. А вот здесь вот у меня фантом, гортензия. Это вот его первые признаки цветения. 3 года она у меня сидит и еще ни разу не цвела. Что и надо, не знаю. Это вот только первое. И то уже все гортензии вовсю цветут, а она даже и не думает. Вот на листиках смотрю, возможно, это хлорозь у нее, нехватка железа. Ну, хотя я вот проливала вот такие вот листики, что-то ей не нравится. Рододендром заложил у меня почки. Опрыскивала какой-то налет на нем. А может, это от какого-нибудь дождя, не знаю. Ну, вот заложил цветочки. А в прошлом году, я посадила его в прошлом году, он перезимовал, но перезимовал, конечно же, без цветения. Будем в этом году просто по-другому его укрывать. Не знаю, перезимует или нет. Короче, заходим на повторный эксперимент. Возможно, все-таки не зимуют они у нас. Но почки вот заложил. Весной посмотрим. Вот такая лаванда. Мне пришло в одном пакете 2 саженца. Я тоже делала обзор саженца из Каролайна. И вот такие кустики. Вот один, вот второй. Скоро сниму видео про свою лаванду, которую из семян выращивала. Она живая. Ну вот думаю ее высаживать в отдельную какую-то грядку. Не буду я высаживать, пока делать ей какие-то отдельные места, потому что ее много, а уверенности в зимовке у меня точно нет. И чтобы мой как бы укрывной материал весь не дырявить лишний раз, вдруг не перезимует. Поэтому я ее пока посажу в грядку. Ну а если перезимует, уже весной всю рассажу. Но это я сделаю отдельное видео по лаванде.
Вот цветет мой штамп. Это штамп казино. Тоже первый год этого года. Штамп метр. Метр 40. Вот так вот он. Так нарос. Рисики мои. Так, это Diamond Rouge. Зацветает. Вот уже краснеет гортензия. А главное, здесь еще не налилась. О, какой-то паук сидит. Ну-ка, кыш. Вот эта гортензия посажена в прошлом году и бралась в контейнере P9. Вот так она у меня выросла. Тоже шикарная шапка. Что-то там соседи расхохотались. Это розы Тамары SFU. Но тоже куст совсем маленький еще. В прошлом году было посажено. Вся отцвела. Уже, наверное, не знаю. Доцветает. Ну, еще много бутончиков. Колючая. И здесь я посадила, вот еще получила SFU, вот сюда рядышком посадила, пока накрыла. И здесь BlueFU. Тоже это уже остатки цветения. Тоже розочки Тамары. Кто-то покушал. Ну, кустик сантиметров 40, не больше. Моя лиственница Крейчи на штампе. Вот эти вот торчащие палки не стала обрезать. Вот новые побеги дала. А это вот то, что весной пришло. На солнце они подгорели. Почки-то у них открылись намного раньше. С Польши пришло, они уже все на побегах молодых. А наши лиственницы в Сибири даже не просыпались. Поэтому вот она все молодое сбросила и вот дала заново. Читок. Пчелки ползают. Все молоденько, еще все совсем, ну все равно за лето пришли, то они совсем не маленькие. Это вот все саженцы с Каролайном. Это моя гортензия Polar Bear, полярный медведь.
Ну, пока еще она не открылась. Ой, ну не зацвела, только-только начинает. Ну, вот я не знаю, у меня уже она первый раз. Почему она так же, как лаймлайт, зацветает, очень интересно. Сначала зеленая, я думала, беленькими будет цвести. Это посадка прошлого года. Вот он вырос у меня, ну, уже метр. Метр гортензия. И садила я ее в прошлом году тоже из контейнера P9. То есть вот так вот отлично она у меня. Тоже такой кустик. Это ее первое цветение. А это Vims Red. Так, выдала мне вот три таких здоровые ветки. Тоже была посажена в P9 в прошлом году из контейнера. И вот я ее обрезала. И вот что-то, видите, от дождей и от холода. У нас уже ночью холодно. Она с одной-то стороны как бы и краснеет, но тут же и вот так вот все эти цветочки становятся вот такие некрасивые совсем. Ну и до конца она еще, я так полагаю, не распустилась. Ну, весной сделаем обрезочку. Следующий год, наверное, уже будет вообще хороший, мощный кустик. Точка у меня в горшочке. Красавица. Это туя Сани Смарагд. Это роза Эдуард Вермулен. Ой, вот она мне буквально за этот сезон. Я просто влюбилась в эту розу. Она и цветет, и цветет, и цветет. Конечно, у нее не такой помпоновидный, бакаловидный цветок, но цвет у нее камера не передает. Она постоянно цветет. Вот она сбрасывает, но это я ее собрала в лепесточки и не убрала. Это не она так мусорит. Вот она, это роза Ленца. Нарастил вот такой кустик уже. Ну, высотой сантиметров, наверное, 60, может, 70. И постоянно цветет. Точно так же я ничего ей не обрезаю пока. Но розочка красотка. Да и в продаже ее я не видела. Потому что мы через, ну, как у себя напрямую заказывали. Не так вот, кто продает розы Ленца, может быть, там можно посмотреть. Она вообще, эта роза в новинках. Так, вот на второе цветение у меня зашла Alden Bison. Ну, прям и нормально она у меня наросла, но уже под метр. Метр есть. Да, вот так вот выглядят отцветшие. Вот она похожа вот на гортензию. Такую веснушку. Ну, нравится мне эта роза. Просто нравится. Так, вот давайте покажу розы Овчарова. Вот так она у меня выросла. Это этого года поставка.
это роза Apricot Sky. Ну вот, я довольна, конечно, очень красивый цветочек, я довольна, но как только пройдет дождь, вот этот цветок сразу ломается. Вот в этом месте он ломается и свешивает голову свою. Вот заметила вот это явление у этой розы. Ну, это вот, я не знаю, вторая волна. Первая волна была, наверное, сантиметров, ну сколько? Уже 60. Ну, сейчас под метр. Она подросла. А это роза Салмисет. Она уже метр, наверное, 30, может быть, уже полтора. Ну, то есть, да, где-то полтора метра. И у меня не цвела. Вообще она все гнала побег, и я ее прищипнула, чтобы по крайней мере все, что выросло, успело окрепнуть. Ну вот гонит у меня, вот и гонит. Базальные побеги. Ой, мощная, хорошая розочка, довольна я ей. Хорошенькая. Вот роза Салли Холмс, тоже от Ленс. Вот заходит на второе цветение, не знаю, зацветет или нет, успеет или нет. Здесь тоже уже прищипнула и сразу начинает побег гнать, выдавать. Вот еще сколько бутонов она собирается раскрыть. Ну, первое цветение я показывала, была маленькая крошечная. Сейчас тоже вот в сентябре получается. Ну, высотой, наверное, сантиметров 90. Так, роза Поль Бюкус. Так, была она у меня совсем малышкой, это роза от Овчарова. Была малышкой, я над ней посмеивалась, что сантиметров, наверное, она 30 или 40 выросла. Опять назакладывала бутонов, ну, может быть, уже вот здесь на высоте сантиметров 50. Это второе цветение, вот она начинает, зацветает. И вот второй ярус у нее, ну, 90 сантиметров она у меня вышла. Так что не все так плохо. Зря она не смеялась, молодец, старается. Наверное, обиделась, что как это так? Всех хвалишь, а надо мной смеешься. Ну, красоточка. Тоже кто-то покушал. У меня столько гусениц в этом году. Кошмар. Сейчас в другой конец пойдем. Покажу розу. Вообще всю пожрали. Да что такое? Обрабатывала. Все равно жрут. Не знаю, кто жрет. Это гортензия Бобо. Вот такая она ажурная. Невысокая. Одна уже часть вовсю цветет. А вторая часть только собирается. А за ней сидит Someday Fresh.
Да, после моей стрижки куст у меня весь развалился. Мне пришлось его подвязать. Ну, шапочки тоже мощные. Еще у меня штампик первогодочка. Tess of the Terpierville, по-моему, как-то так. Ну, цветение, конечно, только это уже второе цветение. Успеет, не успеет, не знаю. То есть даже здесь вот бутончик пока не прищипываю, пусть созревает. Ну вот видите, какие корявые стволы. Это вообще тонкие корявые. В общем, не знаю, недовольна я. Это гортензия Postal Green. Тоже вот она такая прям вся разноцветная. В один момент и зеленая, и белая. Почему-то ее облепили мухи. И осы какие-то странные. Вот он, сколько мух летают, какие-то зеленые. Эту гортензию я в прошлом году посадила. Была у нее только одна обрезка. Тоже вот очень мне нравится она. Вот и зелено с розовым. И вот она такая вот. Какие-то цветочки прям совсем розовые. Красавец. Еще гортензия. Но с обрезкой я тут немножко не угадала. У меня получилось Postal Green на переднем плане, это на заднем, и она практически в один уровень. На следующий год здесь надо обрезку сделать повыше. Так, а гортензия — это диамантина, по-моему.